Доброе утро, дорогие друзья! Я готовлюсь к своему дню рождения, и по этому поводу я купила вот такие украшения в фикс-прайсе, которые, я думаю, поднимет нам настроение. Украшает из окна еще и пейзаж за окном, потому что очень красиво, здесь вот листья винограда, а с этой стороны можно увидеть даже туйка. Я готовлюсь к дню рождения не только в доме. Ну и вот видите, я поставила в свой любимый уголок стул, который я когда-то сделала в стиле шебеши. Видите, он с такими потертостями. Вроде просто вкратце покажу свой микс-бордер, который окружает мою патио. Мы на нем будем обязательно фотографироваться. Я еще в фикс-прайсе купила вот такого веселого человечка. Такой сачок замечательный зеленый, и в нем зеленые стрекозки, которые присели вот на сачок. И заодно уж хочу вам показать, у меня здесь расцвели маки. Вот у меня какой красивый мак. Здесь тоже украшает мой уголок. Забыла в прошлый раз вам показать. У меня здесь такая вот, ну, во-первых, тоже из фикс-прайса такая штучка украшает горшок, пока цветы еще не выросли. И гномиков у меня 7. Это один гномик. Здесь у меня веселая семейка ежиков расположилась рядом с цветами. Здесь у меня еще 2 гномика. Вот. И обитатели, еще лягушечки его. Веселые. Это у нас 3 гномика. 4-й гномик. И 5-й. Два гномика. Вот один он вылезает из земли с ручками. Самый большой гномик. И рядом с ним самый маленький гномик. Вот их 7 у меня. Ну, будет загадка для девочек найти все 7 гномов. А я тем временем навожу порядок на втором патио большом, который пристроен к бане, где мы будем отмечать с гостями мой день рождения. Петушок, золотой гребешок в окошке. Этого замечательного котика я сделала с помощью декупажа своими руками. И вот эти рыбки, я тоже это декупаж, я тоже их сделала своими руками. В фикс-прайсе я купила вот такие шапочки. Нам всем к дню рождения вот такие шапочки. И вот такие веселые для коктейлей палочки. И вот такие вот стаканчики еще веселые. Можно так их вставлять. И вот я иду по такой живописной тропинке к калитке, чтобы пойти купить на рынке что-то вкусное для гостей. Такая чудесная дорожка у нас ведет к станции. Наперёд, папа, в руке она будет более чище. Догадается, что больше не будет, да? А? Ты поросёнок, иди отсюда. Вот давайте его. Да? Да. Так. Сейчас я порошку куплю. Сейчас сделаем. Я не чувствую их вообще. Ой. И мне еще этот. Да. Сделаем. А это кинза у вас? Кинза. И кинзу еще. Все мои друзья, конечно, выращивают сами. Но поскольку я никогда не знаю, когда я приеду на дачу, в прошлом году в июле приехала, перед этим еще там. Ну, то есть, что я буду их, да? Да.
тоже, чтобы мне удобно лучше, было. Когда предсказуемо все. Да, лучше когда. Я забежала в гости к своей соседке Ирочке, и она мне хочет нарвать и подарить пионы. А посмотрите, какая у нее в саду красота. Зеленая такая. Да, слушай, Брис. О, вороны, говорят, это у нас сказочное место вообще. Какие у тебя классные пионы, обалдеть. Вот такие бутончики надо было срезать. Ой, какие пионы шикарные. Ой, и ты мне хочешь, слушай, какая прелесть. Короткие? Вот такой не распущенный. Давай не распущенный. Ой, спасибо тебе, моя дорогая. Ой, какой. Готовлюсь к нашему дню рождения, чтобы ты потом вечером пришла. И сейчас я тебе хотела показать, смотри, какой я цветник сделала. Мы будем праздновать не только мой день рождения, но и чемпионат мира по футболу. Такой замечательный праздник, надо было его обязательно отметить. Ура! Дорогие друзья, поздравляю вас всех с чемпионатом мира по футболу. Ну да, еще вот смотри, какие цветы. Вот к дню рождения они вот зацвели все. И спасибо тебе огромное за эти замечательные цветы. Как они украсили вход в мой дом. Спасибо, Ирочка. Посмотри, здесь вот розы такого же цвета, как и ты мне подарила. Замечательные цветы, сказочные. Спасибо, моя дорогая. И кувшин такой старинный мне его подарили. Такие шикарные мне цветы. Так поздно жасмин зацветает. Прелесть. Мы сейчас его поставим. Какая прелесть. Спасибо, Танюшка, дорогая. Дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Вот желаю, чтобы ты была всю жизнь такая красивая, как этот букет. Задорная, приветливая. Мы тебя все очень любим. Я вас очень люблю. Еще, нет, мы еще, мы еще мы фотографируемся и фильмы смотрели. Так что простите. Я, кстати, уже сделала тот день рождения. Да, так что можешь посмотреть и тоже себя увидеть. Да. Да. Я там. И ты там. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения, Маша! Ура! Подруга, я еще не... Снова будет весна и лето, и черемуха зацветет. А грустить о прошедшем не стоит. Твои годы еще не предел. Много было в жизни хорошего, и впереди еще много дел. Пожеланий наших не счесть, и не будем делить их на части, если все они сколько есть. Заключаются в слове «счастье». Наблюдали друг друга, Маша помнит. Да. Наверное, тоже помнит. И встретились спустя 40 лет на даче. На даче. А встретились даже не с Машей, а с ее мамой. У меня здесь мамочка жила. И к маме приходила в гости Марина мамочка. Они разговор разговаривали. Мама Маша мне всегда ходила в маникюре, как моя мама говорит. И в шляпах. И в шляпах красиво. Я понимаю, один женщина. Вот они общались. Мне было как-то спокойно, что есть одного возраста подружки, да, с которой можно поговорить. Мамочек не стало. Ни одной, ни второй. Вдруг на собрании встречаю Машу. Думаю, меня очень поразило, когда я первый раз была у Марии на втором этаже комнаты. И комната была стилизована под старину. И в этой комнате висела на плечиках платьишко. Бабушкина платье. Так оно до сих пор висит. Да. У меня тоже есть. Конечно, она могла бы его оставить. Сейчас мы будем делать сосиски. Поскольку у нас мужчин нету, вот мы это все делаем сами. Посмотрите, какая прелесть. Это у нас петелинка. Сейчас мы будем есть. Уже одну порцию сосисок сделали, а сейчас мы будем есть вторую. А вот сейчас к нам пришел председатель наш Владимир Васильевич. Дорогая Мария, я вас поздравляю с днем рождения. Ой, спасибо, да, спасибо, огромное спасибо. Вы единственный мужчина в нашем цветнике. Огромное спасибо.
Нет без тревог ни сна, ни дня. Где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня. Я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор. В речку обида канет. В небе любви такой простор. Сердце мое не камень. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда. Я не могу иначе. Буду любить тебя всегда. Я не могу иначе. Машуня, расскажи, как ты готовишь такой вкусный салат? Ну, я могу сказать, что в этот салат... Вам понравился этот салатик? Да. В этот салат входит морковка, лук, репчатый, но я его обдавала кипяточком, яйца и лосось. Лосось слоями, слоями, с майонезом. И получается вот такой вкусный. Ну вот то, что... Хороши, я хороши. Вкусный чай замечательный. Ой, там не будет понятно, что это сахар. Век бы пила. Сегодня отмечаем день рождения, и поздравления льются рекой. Все желают большего везения и говорят, что рано думать про покой. Рано подводить итоги жизни вам, многое еще впереди. Главное – здоровье, счастье личного. Радуйся, надейся и жди. С днем рождения, мой друг, с днем рождения. Забудь печали все, тоску и грусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения. Только лучшие друзья пусть будут, пусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения. Забудь печали все, тоску и грусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения. Только лучшие друзья пусть будут, пусть. Вокруг сегодня будут люди близкие. Поднимут тост за счастье, за любовь. Они подарят добрые улыбки вам. Обнимут крепко, пожелают вновь. С днем рождения, забудь печали все, тоску и грусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения, только лучшие друзья пусть будут, пусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения, забудь печали все, тоску и грусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения, только лучшие друзья пусть будут. Печали все, тоску и грусть. С днем рождения, мой друг, с днем рождения. Только лучшие друзья пусть будут, пусть.
нравится. Замечательное решение. На старом дереве, засохшем, такую красоту. Такие букеты красивые. А сиреневый какой цвет красивый. Мой любимый цвет сиреневый. Замечательно. А какая здесь симпатичная избушка. Птичек не хватало. Ну, буду я птичкой. Да, они с утра были. Сейчас что-то... Ну, там для них еще осталась еда. А вот эти фиолетовые тебе нравятся? Очень, очень, очень. Мой любимый цвет фиолетовый. Какая красота! Просто прелесть какой. Дорогие мои друзья, настало время прощаться. Спасибо, что вы пришли в гости ко мне на день рождения. А дальше вы увидите рецепты праздничных блюд от Милы. Ой, Милочка, спасибо, дорогая. Вот салат необычайный. Он получился волшебный. Морская капуста обдается с холодной водой. Перец, лук, капуста, огурец. Редиска не обязательно. И яйцо. Обязательно, да, и яйцо. Вареное яйцо. И все закрывается сметаной. А вот рецепт жульена от Милочки, приготовленной для большой компании на сковороде в дачных условиях. Уже весь твой жульен съели. Наливается масло подсолнечное, ну любое масло, оливковое, и обязательно немножечко для духа кладется сливочное масло. Дальше жарится лук, он должен быть просто мягкий, на него выкладываются отварные грибы, любые. И перемешиваются с луком и под крышечкой томятся. Выливается потом сметана, либо можно еще вылить, очень вкусно получается, с ряженкой. Ряженку туда выливаешь, маночкой засыпаешь. О, даже как! И все перемешиваешь, все это томится под крышечкой. А потом трешь сыр и сверху заливаешь сырной корочкой. Много народа, быстро подать, потому что пока ты с горшочками будешь ходить, у кого-то остынет, конечно, у кого-то нет. Да, да. А можно даже потом, аккуратненько разрезая, разложить всякие креманки, горшочки, куда угодно. Ну да, да, сковороды, да. И все подать так же. Спасибо тебе огромное. Я думаю, этот совет очень заинтересует и наших зрительниц. И да, кстати, баклажанов тоже показать не можем, потому что тут же все съели. Режу примерно толщиной сантиметр, можно побольше даже, ну, сантиметр лучше всего. Солю их немножечко вот так с обеих сторон рукой солю, не просто сыплю соль, а вот так чуть-чуть рукой, и оставляю на столе на полчаса, чтобы они вышла горечь. Дальше кладу на разогретую сковороду, обжариваю с двух сторон, горячие выкладываю на тарелку, но уже готово то, что на них сверху ляжет. Это тертый сыр, яичко и грецкий орех и чеснок. Яичко и даже. Чеснок, да. И на горячих этих и сбилки. Сырочки на мелкой. Понятно. И сыр на мелкой, и яйцо на мелкой. Потому что очень вкусно. И чеснок на мелкой. И грецкий орех на мелкой. Ой, спасибо тебе огромное.